Зоопатруль. Уникальный проект телеканала «Самара ГИС» и ветеринарного центра «Флагман Вет». Съемочная группа вместе с зоозащитниками выезжает туда, где бездомным животным требуется помощь. В этом выпуске мы расскажем о собаке очень непростой породы, которая оказалась одна. Сотрудники ветеринарного центра пришли на помощь и разместили тибетского мастифа в приюте. Смотрите программу «Зоопатруль» в 19:30.